Так, все, запись-то пошла уже. Короче, что происходит на WorldWaves? Мы это прекрасно сейчас увидим по чату, в Телеграме. Вот пишет Кирилл. На нас повесили 274 единицы товара из чужих поставок, и это продолжается. Часть этого товара отображается на сайте, он продается, и скоро мы получим за него деньги. Ключевое, этот товар заведен нами в спецификацию, штрих-коды на этом товаре тоже заняты нами, но мы его ни разу не поставляли. Поставляла другая компания, например, я, свои шахматы с переклеенными штрих-кодами. Номер заявки висит третий месяц, то есть он третий месяц это ждет, что пришили, а ему бабки уже поступают. Все началось с виртуальных поставок с этим товаром, которые нас вешались 2 месяца. На складе не решают проблему, естественно. Объясняю, что тут происходит. Запись от 5 января. Обезличенный товар, чей-то из ваших, Wildberries повесил на нас без возможности принять либо отклонить. Потом на свое усмотрение сделал съемку этого товара, а затем Wildberries его присвоил нам и выставили со своим фото на сайт от нашего юрлица. Теперь понятно, куда девается весь пропавший товар тысяч продавцов. Он может быть легко присвоен другим партнерам. На каком основании на нас вешается товар с чужих поставок, выставляются на продажу на сайте? То есть чувак продает, грубо говоря, мои шахматы, которые я поставил, но их не завели мне. То есть он утерян. И так вот тысячу поставщиков. Вон, видите, все еще все пропадает, все еще ничего не нашли. Можете почитать, потом замедлить. Короче, проблемы в Wildberries огромнейшие. Если вы хотите поставить или стать поставщиком Wildberries, подумайте 500 раз. Может быть, сейчас не лучшее время, чтобы это сделать. Вот, 278 единиц с 10 декабря висит. У кого-то еще с октября, там даже, по-моему, с сентября было. То есть началось это в октябре, насколько я помню. Вот, 2000 писем с 5 января. Вот я тут, он тут кто-то пишет. Ого, не гуд. Цой, Николай, не Виктор. Короче, пока, ну, я вот тоже думаю поставить, но у меня есть товар, который, в принципе, мне не жалко. То есть даже если он потеряется, что ли. Не, ну его, конечно, найдут потом. Но когда? Может, и не найдут. Но суть в том, что надо все это снимать на видео под поставку. Вплоть до передачи грузчику. И грузчика в лицо снимаете. То есть. И потом будем, видимо, через суд добиваться уже этого всего. Я много не поставлял, поэтому мне пофиг. Я хотел тут, блин, поставить. Слава богу, вот меня увело от поставки дорогого товара. Удачи! Не болейте.